Здесь хорошо. Арбузы. Арбузы! Ой, я что, вздремнул, задремал здесь. Конечно, полжизни уже торчу на этой Почте России. Да, дайте мне уже посылку. Гниды усатые, отдайте посылку. Ребята, я уже сижу не знаю сколько часов, а здесь еще до сих пор такая очередь. Я уже не знаю, что предпринимать. Бабуль, давайте мы договоримся с вами. А, бабульки, дайте я стану, пожалуйста, в начало очереди. Заберу быстро посылку, каждому вам отсыплю по одной золотой монете и свалю отсюда, пожалуйста. У меня нет желания столько времени здесь просирать. Наркоман. Наркоман у вас внук! Внук у вас наркоман! Ребят, это жесть какая-то. Вот мне все ныли, мол, Эдисон, почему ты уже где-то в четвертую серию не забираешь посылку с почты, которую Катя тебе прислала? Так вот почему! Потому что здесь жопа какая-то происходит на этой Почте России. Бабуль, пожалуйста. Так, ладно. Может, мне реально просто между ними как-то протиснуться в начало очереди, сказать то, что мне просто узнать, знаете, ну, как бы, в больницах вот такое работает. Бабуль, я просто пройду, я узнаю, какое сегодня число. Бабуль, вы не против? Это вообще, наверное, дома слуховой аппарат забыл, ничего не слышит. Вы бабуля или дедуля? Я просто... Ну, вроде, если смотреть по вырезам здесь, то, скорее всего, бабуля. Ну, ладно, бабуль, вы не против? Бабуль, ага, а вы бабуль... Ятрёшкина кочерышка. Лучше я не буду суваться перед этой бабулькой в очередь, потому что, мне кажется, она меня съест, если я перед ней стану. Вы будете вообще сегодня работать, а? Очередь! Бабушки стоят, пенсию ждут! Посылки хотят там отправить своим внучатам, маринованные огурчики, а вы стоите, ничего не делаете. Обед у вас, да? А у вас здесь закрыто? А вы работаете? Закрыто, встаньте в очередь. В смысле закрыто? Вы видите то, что вторая очередь вообще не продвигается, она просто стоит на месте. Этот дебил, что он у вас делает? Вы можете на него посмотреть? Он ничего не... Ты что здесь делаешь, а? Он просто сидит. Он просто сидит и пипики пинает. Вернитесь в очередь. Откройте, пожалуйста, вторую кассу. Отдел откройте, пожалуйста. Закрыто. Ёханый ты бабай, ладно, это очередь. Вы понимаете то, что я в этой очереди еще неделю буду стоять? Бабуль, помогите, пожалуйста, а? Наркоман. Слушайте. Подойдите, пожалуйста. Может, мы с вами договоримся? Давайте сделаем так. Я вам отсыплю немножко монет, ага, мани, а вы мне просто дадите мою посылку, и я свалю отсюда сколько. Сейчас, подождите. Ага. Две золотые монеты, вы даете мне посылку, я сваливаю отсюда как можно скорее, хорошо? Договорились с вами? Закрыто, в очередь. Ах ты смотри, ты коррупционеры, страну разворовали всю. Извините, пожалуйста, подойдите, пожалуйста. Вот давайте так, я вам отсыплю в два раза больше монет, 4 золотые монеты, ага, а вы мне даете мою посылку, я сваливаю отсюда и больше сюда никогда не возвращаюсь в очередь. Избаловал вас мэр этого города, везде коррупционеры. Бабулька, это не я наркоман, это мэр этого города наркоман. У меня, кстати, 8 дней осталось, чтобы я дал ему ответ, буду ли я ему отдавать 50% всей моей прибыли или сяду в тюрьму. Подойдите, пожалуйста. 7 золотых монет я вам даю. 7! Это ваша месячная зарплата. Ну почти. 7 золотых монет, и вы мне даете мою посылку. И я сваливаю отсюда, поджигаю всю вашу почту, О, хорошо. Держите. 7. Да ёханый ты, бабай, забирайте. Да ядрить, колотить, чё ж вы такая неваляшная? Или вы забрали? Вы забрали 7 золотых монет? А, вы забрали. Дайте посылку, пожалуйста. Нет. В смысле... Забирайте 7 золотых монет. Дайте посылку, пожалуйста. Подождите. Так, имя вам мое нужно сказать. Откуда вы знаете, какую посылку мне давать? Эдуард Перец. Да, это моя настоящая фамилия. Перец. Давайте. Бабульки, я не вне очереди прошел. Это просто моя знакомая, я пришел погореть. Давайте быстро сюда, у вас еще письмо, доплатите. Какое письмо? У меня только посылка. Ёханый ты бабай. Ладно.
Держите еще 2 золотые монеты, дайте мне письмо, которое мне там пришло. Быстро, давайте уже, я свалю, это бабульки меня сейчас загрызут. А вот эта, которая первая в очередь, вообще меня съест, наверное. Так, посылка, письмо, все, все, спасибо, спасибо. А знаете, что я вам еще хочу сказать? Спасибо большое. Все, бабульки, до свидания, был рад с вами познакомиться, чтобы вы здесь еще год в очереди этой простояли. Я не наркоман, бабуля. Дурдом среди белого дня. Я больше сюда никогда в жизни не вернусь, поэтому не проси меня больше никогда, чтобы я возвращал сюда и забирал какие-то посылки. С ума сойти можно этой почте России. Ёханый бабай. Так, это письмо я пока читать не буду, а эту посылку я открывать не буду. Почему? Потому что я сейчас вернусь домой, выложу все это добро и нормально, в спокойной обстановке все это открою и посмотрю, что же мне прислала Катя. Но перед этим у нас жопа. В том плане, то, что если кто-то не видел предыдущую серию, если кто-то не видел то, что моя мама взяла мой компьютер, это, конечно, я сейчас смеюсь, да, потому что смешно это вспоминать, но если кто-то не видел, как моя мама выбросила компьютер на улицу и мне этого не сказала, это вообще не смешно. Это было в предыдущей серии. Прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Нажми, пожалуйста, посмотри эту серию и скажи мне, что делать. А выбора у меня на самом деле нет. Мне нужно покупать новый компьютер, потому что, ну, это жесть какая-то. Михалыч, дорогие тебе булы. Я также у вас, ребята, хочу попросить помощи, подсказки точнее. Что мне делать? Я могу купить ноут простенький, чтобы просто записывать ролики за 10 золотых монет. Но я могу купить нормальный компьютер за 64 золотые монеты. Monster Cisco называется так компьютер. И могу к нему купить нормальную клаву и монитор. Это еще 1,5 стака золотых монет. А я уже через 1,5 месяца, чуть-чуть больше, чем 1,5 месяца, вернусь обратно в Новосибирск. Поэтому давайте я сначала куплю просто обычный ноут. Спасибо большое, Михалыч, за 10 золотых монет. Побегу сейчас домой, установлю все это. А ты напиши в комментах, стоит ли мне покупать другой компьютер, который стоит 1,5 стака золотых монет, и устанавливать его у себя дома. Потому что, ну, мне еще как бы... И, с одной стороны, это много, то, что я здесь 1,5 месяца еще буду. Да, здорово, здорово, Костянчик. С одной стороны, это много, с другой стороны, это мало. Поэтому я не знаю, стоит ли столько мне еще тратить. Здорово, 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 мелкий. Следи тут за рестораном, убирай здесь все. Спасибо большое. 14 золотых монет. Я просто каждый день буду прибегать в свой ресторан, забирать монеты и сваливать отсюда. Но у меня также есть в планах сделать новое меню в ближайшее время. Добавить там какие-то пасты, спагетти блюванезе и вот что-то там подобное. Нужно как-то разбавлять меню моего ресторана. А сейчас мы топаем домой и читаем то, что нам написала Катя, и смотрим посылку, что же она там нам подготовила. Опа! 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 Здорово! Всем здорово, кто в этой халупе живет! Ага, ага. Так, сначала я установлю сюда компьютер. Сейчас нужно будет ролик записать. Сейчас у нас здесь посылка. Посылку я поставлю вот сюда. Так, дальше у нас есть письмо от Катюхи, нужно его сейчас будет прочитать. И записка. Записка это какая? Это от мамы, да, из прошлой серии. Когда она мне сказала то, что на комп выкинула. Так, у меня есть еще 2 серии зомби-апокалипсиса. Я вообще про это забыл. Нам нужно их выложить. И мне кажется, в сумме я так смогу еще заработать 100 золотых монет. Поэтому очень даже хорошо. Мам. Привет. Я тут ноут себе новый купил, как ты видишь. Опять комп тут. Конечно, опять комп, мам, мне ролики нужно записывать, мне каждый день нужно ролики выкладывать. А ты взяла и просто выбросила мой комп куда-то туда, на мусорку. С ума сошел. Слушай, мам, ты понимаешь, я не знаю просто, как уже вам и наркоманом стал. Мам, я записываю ролики, выкладываю для подписчиков каждый день. Какой наркоман? При чем здесь наркоман? Ты вообще знаешь, сколько мой прошлый комп стоил? В больницу надо тебе. Ребят, как мне доказать маме то, что я не наркоман? Мне кажется, у всех такая проблема, когда родители говорят, все проблемы из-за твоего компьютера, все компьютер виноват. Знаешь что? Мам, ёханый ты бабай, давай еще, да ядрить ты колотить, отдай комп, мам. Мам, стой, да стой ты, мам, я, да, пожалуйста, я тебя не выбрасываю, иди сюда. Да, давай, садимся на том. Я обещаю, больше с этого момента
комп в твоем доме не появится, я обещаю. Отдай комп, я отнесу его обратно и верну деньги. Я обещаю, все, я больше не буду наркоманом, как ты говоришь. Обещаю, больше в твоем доме комп никогда не появится. Никогда. Никогда. Точно, точно. Отдай комп, я верну за него деньги. Ну просто, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Если еще раз увижу, будешь на улице жить. Сильное заявление. Мама, не увидишь больше, обещаю тебе. Спасибо большое, что хотя бы этот комп не выбросила. Угу, спасибо большое. А подожди, а прошлый ты точно выбросила или ты его где-то спрятала? А то вдруг я вот этот зря покупал. Ты его где-то спрятала, да? Выкинула. А, спасибо большое тебе, мам, то, что заботишься обо мне. Что бы я без тебя делал? Наверное, реально бы уже дебилом каким-то, наркоманом стал. Я ж в компьютере играю целыми днями. Я пойду, мам, сейчас я пойду дома посылку открою, Катя мне прислала. Сейчас я посылку открою и пойду отдавать. Ага, пошли домой. Я обещаю, больше никакого компьютера в твоем доме не будет. Как мне ролики записывать? Вот это еще хороший вопрос. Мам, подогрей супчика, пожалуйста. Момент истины. Все меня просили, все меня умоляли, все меня критиковали. Эдисон, когда ты уже ядрить колотить, откроешь эту посылку? Открываю прямо сейчас. Раз, два, три! Чё за дичь? А чё заперто? Ладно, давайте сначала письмо прочитаем. Привет всем! Эдя, подписчики, как вы? Не скучаете? Ну да, конечно, Катя, не скучаем, с ума сошла, конечно, скучаем. Я вот решила прислать тебе посылку, чтобы ты смог немного скоротать время до нашей встречи, пока будешь искать способ, как ее открыть. Способ, как ее открыть? Давным-давно я договорилась с одним человеком, чтобы он передал тебе одну вещь, которая сможет открыть этот ящик. Вспомни, что это такое, найди эту вещь и с ее помощью открой посылку. Жди дальнейших инструкций. Всех? Кусь. Соленый микрофон какой-то. Я договорился с одним человеком, который вспомни, что это такое, найди... Так... Ребят, вот здесь мне 100% нужна будет ваша помощь. Закройте глаза, пожалуйста, на секундочку. Мне просто нужно открыть мой суперсекретный сундук. Закройте, пожалуйста, глаза, чтобы вы просто не видели, какой здесь пароль. Закрыл? Надеюсь, что закрыл. А здесь ничего нет. Сейчас я выложу сюда золотые монеты. 2,5 стака, даже уже чуть-чуть больше. А что мне делать? Она договорилась с каким-то человеком. Ребят, мне нужна ваша помощь. Катя, я реально не могу открыть эту посылку. Вот, но не могу я ее открыть. Никак. Вот нажимаю правой кнопкой, левой кнопкой. Никак. Катя договорилась с каким-то человеком, чтобы он передал мне какую-то вещь, с помощью которой я могу открыть эту посылку. То есть Катя мне какой-то квест устроила. Ребят, мне нужна ваша помощь. Если вы смотрели все предыдущие серии жизни ютубера, вы должны были запомнить, что это за вещь, потому что я честно не помню. Если ты не смотрел все серии жизни ютубера, в описании под этим роликом есть плейлист, в котором собраны все серии этого сезона. Посмотри, пожалуйста, и найди эту зацепку, потому что я не знаю. Какая-то вещь у какого-то человека, который мне ее передал, и с помощью этой вещи я могу открыть эту посылку. Какая вещь? Я понимаю то, что у меня часто все из башки вылетает, но я вообще не помню, какая вещь. Ладно, я сейчас сам пойду пересматривать предыдущие серии, там на 10-20 серий назад, потому что мне нужно узнать, что это за вещь. И, ребята, у вас хочу попросить, давайте мы в этой серии в комментах выясним, какой предмет поможет мне открыть эту посылку от Кати, и чтобы мы в следующей серии наконец-то ее открыли, потому что я, честно, не имею представления ни малейшего. А сейчас я скажу вам огромное спасибо, я потопал, сделаю себе кофеечек, потом буду пересматривать все серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Чё за вещь-то такая?